Здравствуйте, прогноз на пятницу. Сегодня Южный Урал окажется под влиянием антициклона. В результате температура воздуха продолжит понижаться и обойдется без осадков. В Челябинской области сегодня облачно, возможен снег. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. В Верхнеуфалии до минус 15. В Златоусте-Садке и Южноуральске по-прежнему минус 14. В Троицке-Карталах 13 ниже 0. В Магнитогорске минус 12. И в Челябинске сегодня облачно, местами возможен снег. Ветер восточный до 9 метров в секунду. Днем будет умеренно морозно, от минус 13 до минус 15. Атмосферное давление останется повышенным. Данные о погоде от центра ФОБОС. До встречи! Стиль ведущих Пьер Карден. Шоппинг-центр Капитолий.